Футболисты «Динамо» Барнаул прошли в следующий этап Кубка России. Вчера в Омске подопечные Александра Суровцева обыграли местный «Иртыш» 2-1. Если первый тайм бело-голубые провалили, то во втором отрезке матча взяли игру под свой контроль. На 55-й минуте в дебютной для себя игре Антон Кобялко счет сравнял, а на 69-й минуте Владимир Завьялов ударом из-за пределов штрафной сделал счет 2-1. Таким образом, в 1/64 финала Кубка России «Динамо» на своем стадионе примет «Тюмень». Дата матча пока неизвестна. Мы же сегодня приехали, у нас, наверное, в заявке были одни лимитчики. Как бы очень тяжело нам, конечно, было. Ограничено число народа. Поэтому говорю, что с одной стороны вроде радуемся, что хорошо. Хотя умом понимаю, чем дальше сюда заходим, тем нам будет тяжелее. Хорошего результата жители края ждут и от участников Олимпиады. Так, стрелок Сергей Каменский, взяв бронзу, готовится к новому испытанию – стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений 2 августа. А 3 числа все смотрим Сергея Шубенкова. Барнаульский бегун выступит на дистанции 110 метров с барьерами в рамках первого раунда. В случае успешного результата сразу место в полуфинал и, надеемся, в финал. Дмитрий Дроздов, «День с толком».